Здравствуйте, жители и гости Ютуба. Сегодняшнее видео будет являться продолжением серии видео из цикла «Сделай сам». После изготовления вот такого ножа фиксида для походов в лес, вот так он у меня уже заворонился, уже заляпался, запачкался после походов, после шашлыков и сбора грибов, но тем не менее. Женка сказала, мне нужен тоже, скажем так, лесной ножичек. Вот, для походов на природу. Грибы срезать, там, картошечки почистить, что-то приготовить, допустим. Ну, в общем, такой ножичек, скажем так, на многие случаи жизни. Вот, такой нож ей был слишком велик. Нож бутуз, который я ей делал, там, рукояточки не совсем устраивала. Вот, поэтому я решил сделать ей нож, скажем так, под чисто ее задачи, под ее руку и под, скажем так, и менее кровожадной формы, чем предыдущий экземпляр. Вот что из этого получилось. Вот такой вот ножичек. Так, кратко по характеристикам. Рукоятка БУК. Сам клинок сталь 9HF. Длина клинка 75 миллиметров, длина рукоятки ну, где-то 112 миллиметров. Вот ножичек, так уже порезался. Ножичек очень небольшой, но очень резучий. Так, одну секунду. Значит, по изготовлению спусков и подводов кратко сейчас я здесь нарисую, как они примерно здесь идут. То есть где-то вот так маленький ринг нарисовал, но не важно. Вот так вот, значит, идут у нас спуски где-то примерно от 1/3 от обуха. Сведен нож очень очень тонко, где-то буквально в 0,2, ну, вот здесь вот может быть в 0,3 кончику потолще. Вот, ножик очень замечательно режет, что мы сейчас, наверное, и продемонстрируем. То есть, ну, буквально просто можно слайсировать эти листочки. Вот, то есть буквально такая большая бритовка. В принципе, я думаю, да, для супруги даже это избыточно. Вот. Но ей нравится такой рез, когда у ножа имеется. Дальше сделана достаточно большая такая дулька для простоты обслуживания ножа. Потому что когда упирается полностью в рукоятку, точить это место практически невозможно. А поскольку клинок достаточно, скажем так, небольшой, вот, то хотелось бы максимально эффективно использовать режущую кромку прямо вот от начала и, как говорится, до конца. Нож сделан нарочито некровожадной формы. Кончик практически туповатый, сделан такой, чтобы, не дай бог, кто-нибудь на него не напоролся или не поранился. Обух 2,2 мм, как и на предыдущих моих изделиях. Вот. По клину, в принципе, ничего сверхъестественного нет. Очень удобный, широкий, прочный клиночек, очень резучий, простой в обслуживании, ну и сделан для своих задач. Главная фишка, как обычно, в рукоятке. Понравилось мне экспериментировать с рукоятями. Также монтаж идет у нас таким образом сделан. Примерно вот до сюда идет хвостовик. В нем отверно отверстие. Когда все подогнано, когда клин забивал в рукоятку, просверливал, четко все совпадало обычно. Ну, если хорошо разместить, четко совпадает. Насквозь саморез проходит через рукоятку, через хвостовик клинка, ну и выходит здесь. Все это на наждаке убирается, и когда на шлифмашинке обрабатывается рукоятка, все это заполировывается, то есть ничто не препятствует вообще руке, ничего нигде не цепляет. Итак, рукоятку посмотрим. Вот так она выглядит сверху. Опять же, что-то есть, какие-то финские мотивы, какие-то уже что-то самодельное, но неважно. Значит, смотрите. Кроме того, что рукоятка имеет явно выраженный под пальцы упор вот здесь, для того, чтобы, не дай бог, пальцы не скочили вот на эту бритовку. Вот. Еще и вот в этой плоскости сделаны выборки,
для того, чтобы, как говорится, когда срезаешь грибы, вот такое движение происходит. Как раз таки вот эти две выборки очень сильно хорошо держат пальцы. Вот, плюс ко всему, поскольку у жены рука меньше моей, вот эту часть я очень хорошо выбрал, чтобы, как говорится, мизинцы, вот этот палец сложились вот сюда, именно в эту выемку. Вот. Здесь сделана небольшая чашечка также, при вот таком резе, на продавливание. Вот. Ну и в целом, вот такая вот очень эргономичная рукоятка. С ярко выраженным тыльником, с ярко выраженным под пальцем упором. И в этой плоскости, и в этой, и в какой угодно. Вот тыльничек посмотрим. Вот вид снизу. То есть нож максимально сделан травмобезопасно и максимально эргономично. Вот такой вот небольшой малыш. В принципе, на этом, наверное, все. Спасибо за просмотр. До свидания.